Мне кажется, в той изоляции, в какой мы находимся, будучи на Земле, это гораздо, гораздо страшнее, потому что хуже нашей тюрьмы в нашем теле как бы ничего не существует. Мы же сами живем в этих рамках, а там изоляция другая, мне кажется. Космос — это и есть как бы растворение. Там вот и можно почувствовать грани, размытые грани материи, духа, наверное. Это космос. Микро, макро. Это все безумно красиво. Какие-то цветовые даже вижу слияния каких-то абсолютно телесных и космических, телесного и космического обмена. То есть можно поменяться телами с космосом, почувствовать тело неба, это сильно.